Меня часто спрашивают, как же делать медитацию? И я решил, что давайте запишем ролик по этому поводу. Значит, зачем нужна медитация? Ну, есть многие причины этому. Но главное, это когда человек осознает, что он находится в духовном поиске, что у него есть духовная боль, что он хочет расслабить разные концепции, догмы внутри его головы, то тогда медитация играет роль. Конечно, медитацию можно делать для того, чтобы просто расслабиться без всякой причины, просто для того, чтобы уменьшить стресс в жизни. Все это так идет. Значит, техника медитации, которую я рекомендую для всех, и, наверное, вряд ли буду рекомендовать какую-либо другую технику, вот такая. Я вам советую просмотреть все это видео до конца, а потом вы можете попробовать. Значит, вы просто сидите там, где комфортабельно, не нужно делать ничего из этого особенного, можно это делать и лежа тоже, хотя вы можете заснуть, если это лежа. На самом деле, если вы заснете в медитации, тоже ничего особенного. Значит, помните три слова. Что, где и сколько. What, where and how much по-английски. Значит, вы просто расслабляетесь и смотрите на то, что происходит внутри вас и снаружи вас. Не специально смотрите, а просто так наблюдаете. Если что-то случится, то вы словами это будете называть внутри себя. Например, у меня сейчас чешется лоб. Что? Лоб. Чешется. Где? То есть, чешется это что? Где лоб? А как много? Как сильно? Чуть-чуть. Машина на улице, вот там, едет. Звук издает. Чуть-чуть. Сейчас ворона там не каркает, но, предположим, там у меня в саду каркает громко ворона. Что ворона, где в саду каркает громко? То же самое, например, я думаю, что я делаю, встретил интересного человека, приятно мне, приятные воспоминания. Значит, что? Воспоминания, где? Внутри. Какие воспоминания? Хорошие, приятные, сильные? Нет, средние. Ну, вот так. Или экзамен, волнуюсь, сильно. Или, например, у меня сейчас с родителями стало все хорошо, а несколько дней назад не было. Вот, и я сейчас сижу с удовольствием, и думаю, что как хорошо, никто, ничто меня не беспокоит и ни о чем не волнуется. Значит, это будет что? Хорошее состояние, где внутри? Среднее. Потому что я не... То есть я не в экстазе, но, конечно, у меня настроение хорошее. Вот так. Значит, опять-таки, не делайте из этого большого проекта. То есть во время медитации... Главное здесь это очень мягко посмотреть на то, что происходит внутри и снаружи. Мягко. Важно здесь, чтобы вы ощущали себя больше, чем что-либо другое. Сколько это делать? Ну, начните с 5 минут. Что-то такое. Нормальное время это 15-20 минут. Опять-таки не делайте из этого проекта, то есть... Два раза в день – это хорошо, а если вы будете делать один раз в день – тоже нормально. А если вы пропустите день – тоже ничего особенного не будет. Если вы будете делать раз в неделю – окей. Вот. Главное, что побуждение к этому должно происходить изнутри. То есть вам должно хотеться это делать. Для вас у вас должно быть естественное любопытство к этому. Вот. Ну вот так. Наверняка мы еще раз поговорим, потому что вопросов будет, наверное, надеюсь, будут вопросы. Можете писать мне в личку или просто ставить комментарии.
Так что ставьте комментарии, подписывайтесь на канал, подпишитесь сейчас, а то вы забудете, потому что я хороший, я стою того, чтобы подписаться. Ставьте лайки, ну и посылайте мне воздушные поцелуи и обнимашки. Кстати, не водка, H2O. Или, когда родились близнецы, OH2. Всего вам. До свидания.